Ашыңыз татлы олсын, сайғылы сейіржелеріміз. Сабалық рубрикасына сейіреттік. Шымды олмаса, соң олсын, ярын олсын, ама бөлен езетілі емекнің тарифыны сіз шымды сейіреттіңіз, язып алдыңыз, мен белесен, ве үгірендіңіз. Біз есе яйнымызны девам етеміз, ве студиямызда мұсафыр бар. Әлбетте, достлар, бүгінгі күнде бізім арамызда асылында жемиетте олған сақат инсанлар чешіт-чешіт қиынлықларға раст келелер ве чешіт меселелерге раст келелер. Ве бүгінгі күнде чешіт бөле бір тешкілятлар бар ки бөле инсанларға бұ қиынлықларнен ве бөле оларыны еңмеге ве меселелеріні чезмеге ярдым етелер. Ве тамам бөле тешкілятлар арасында олған бұрыса ақында біз шында лав юрсете жеміз. Бізім студиямызда есе Қырым Джумхуриетінің сақатлар ассоциасы ве сақатларының джемаат тешкілятларының рейсі Дмитрий Кучмий. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Как началось ваше утро? Очень замечательно, очень прекрасно, вот приехал к вам. Дмитрий Сергеевич, вы являетесь председателем Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики Крым. Расскажите о вашей деятельности и какие ваши основные цели? Ну, во-первых, деятельность – это помощь инвалидов, а цель – это помогать инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья, влиться в наше общество и быть такими же, как обычные здоровые люди, ничем не отличаться от них. А, к сожалению, на сегодняшний день люди с ограниченными возможностями сталкиваются с различными проблемами. Какие наиболее распространены из них и что делать в таких случаях? Ну, самый распространенный – это, наверное, доступность, которая у нас существует или не существует, я так скажу. Вроде бы делают, но доступности как не было и нет для людей с ограниченными возможностями. Это разные, конечно, моменты. Это и очереди там, в больницах, и, ну, сами понимаете, что пока еще жизнь у нас не настолько налажена, как это. Но это не только у нас, это, наверное, во всем мире такие проблемы есть. И нельзя говорить, что только у нас. Конечно. Но в Крыму я могу сказать, что по большому счету с доступностью лучше, чем на всей материковой России в основном. И все-таки вот если человек столкнулся с такой проблемой, что ему делать в таких случаях? Не опускать руки в первую очередь. А во-вторых, естественно, добиваться своих прав. Если он не может сам, то, пожалуйста, пускай обращаются. Мы всегда поможем, всегда рады. Дмитрий Сергеевич, мы знаем, что в рамках деятельности ассоциации есть различные мероприятия, участники участвуют в различных фестивалях. Расскажите о самых значимых из них. Ну, смотрите, у нас при ассоциации действует радио. Радио для людей с психическими расстройствами здоровья, с ментальными расстройствами, я так скажу. Вот мы совместно с ПБУ номер 5 и университетом создали. Ну вот, пока это еще идет подготовка, но уже как бы уже пробные мы запускаем. Это будет частота какая-то, это будет волна. Это будет пока это будет интернет-радио, так как, но со временем мы перейдем, конечно, на частоту и. Называться будет «Радиолифт», называется. То есть сотрудники канала будут как раз-таки люди с ограниченными возможностями? Люди с ограниченными возможностями, да. Будут, радио будет рассказывать именно о достижениях людей, не о проблемах. Все-таки надо поменьше о проблемах говорить, а побольше говорить о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья чему-то добиваются. Потому что очень много пишут и стихи, и пишут картины, и поют, и выступают, и в театральных студиях, и снимаются в кино. Ну, а у нас только негатив, негатив, негатив. Так тоже нельзя, и надо показывать, что есть идея создания газеты отдельной. Ну, вот именно также выступаем и на фестивалях. Вот недавно у нас девочка
Бахчисарая выступала на «Новой волне», заняла там первое место. Вот, много она поет, я девочка довольно-таки тяжелое заболевание у нее, но вот она не опускает руки, родители ее поддерживают и вместе с родителями добиваются. Кроме этого, одним из масштабных мероприятий это была акция «Поможем детям», приуроченная ко дню инвалида. Да, это была большая акция. Очень большое спасибо всем людям, которые помогли, всем людям, которые сделали подарки детям. Подарки были различные. Это и как канцелярские товары, так и игрушки, развивающие игры, мягкие игрушки. Также вот двум детям в Бахчисарайском районе были особенные подарки. Там, ну, я скажу, две семьи. Одна семья, два ребенка с тяжелыми заболеваниями. Ну, онкозаболевание, второе, это аутизм тяжелый. Два брата. Вот, они попросили велосипед. Им подарила детский сад «Сказка», тоже участвовал в нашей акции, подарил им велосипед. А второй мальчик, у него тяжелая форма ДЦП, он из дома не выходит практически. И вот тоже детский сад «Сказка» подарил ему телевизор. Он очень хотел телевизор, чтобы хоть что-то. Тоже спасибо. Ну вот, так потихоньку работаем. Работаем плотно с духовным управлением «Мусульман Крым». Они нам помогают очень много. Помогают и с автобусами. У нас при ассоциации действует театральная студия. Она единственная в Российской Федерации. В таком... Как раз сейчас у вас готовится спектакль. Да, вот в таком формате, как у нас, она единственная. Потому что у нас более, как бы, детей готовят играть профессионально. Это профессиональные спектакли, профессиональные куклы, профессиональные декорации. Композиторы пишут музыку нам. Ну, очень сильно. И вот тоже ездим. Вот недавно приехали с фестиваля с Москвы. Заняли там первое место. Это был фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Сейчас готовим, как вы правильно сказали, новый спектакль. Это по президентскому гранту. Выиграли мы президентский грант. Готовим сказку по мотивам крымско-татарской эпосы. Это уже музыка написана, уже костюмы пошиты, уже куклы сделаны. Сейчас режиссер работает с нашими актерами. И думаем, в середине апреля мы вам покажем новый спектакль. Будем ждать с нетерпением. Вот перед Новым годом тоже состоялась премьера у нас спектакля «Снежная королева». Можете посмотреть, есть на страничке и в Фейсбуке, и ВКонтакте у нас спектакль полностью. Ну, вообще, если кому интересно, может следить. И мы, конечно, рады всем, если люди приходят, дети приходят, то мы принимаем всех, у нас никому не отказываем. Ну, вот, как бы так, наверное. А и вот, переходя к теме все-таки предстоящего спектакля, как возникла идея и почему все-таки такая идея с крымско-татарскими мотивами? Ну, давайте так скажем, мы живем в Крыму, у нас кроме русских, татар, греков, тут многонациональная республика, и, наверное, надо потихоньку ставить спектакли по разным эпосам. У нас вот с чего мы начинали, это мы начинали, ну, пробно, это в 2015 году, мы начали с простых сказок, с «Колобок», «Теремок», «Репка», ну, как бы это... Да, то, что все знают, и мы решили попробовать. Мы тогда впервые попробовали, это, наверное, был единственный случай вообще в истории, когда мы в одном спектакле задействовали детей с разными нозологиями. И задействовали не 3-4, а 18 детей у нас участвовало.
А потом вот начали потихоньку работать над другими спектаклями. И вот уже потихоньку выходим на уровень более серьезный. Да, конечно, хотелось бы лучше. Хотелось бы иметь свое помещение, которого нет у нас. Так перебиваемся, но работаем и будем продолжать работать. В этом году хотим провести фестиваль. Так как этот год – год театра, хотим провести фестиваль театральный вот именно для людей с ограниченными возможностями. Уже есть подтверждение представителей Польши, представителей Германии, которые готовы приехать сюда на фестиваль. Будем стараться, будем пытаться. А насколько люди с ограниченными возможностями и вот детки-инвалиды готовы проявить себя, и насколько они активны вот в подобных мероприятиях, в постановках, фестивалях? А трудно ли вот пройти вот этот первый этап? Давайте я так скажу. У нас вроде бы как делается все для инвалидов, да, но с другой стороны, ребенку-инвалиду, особенно ребенку-инвалиду, очень тяжело попасть в какой-то кружок, в какую-то секцию, потому что везде требуют справку, что он не является инвалидом. Как и создали мы эту театральную студию, потому что обращались родители, они никуда не могли попасть. То есть замкнутый круг получается. Да, и вот мы создали театральную студию эту. Тоже это благодаря Министерству труда и соцзащиты, которое поддержало этот проект. И вот пока мы работаем только с двумя, вернее, не с двумя, а вот только с Минтруда, и как бы никто нам больше в этом не хочет не помогать, ни Минкультуры, ни это не интересно. Ну, скажу так, что вот работаем, и работа ведется плодотворно, дети идут с удовольствием, дети играют в спектаклях с удовольствием, они себя чувствуют настоящими актерами, звездами. Они даже об этом говорят, не стесняясь уже, когда берут интервью, они говорят, мы звезды. Ну, а вот заканчивать с этим тоже проблематично, потому что когда к тебе подходит ребенок и говорит, что дядя Дима, вы нас не бросите, ты, естественно, ну, куда? Да, хотя есть иногда желание закончить это все. И, ну, тяжело без поддержки, конечно, без государственной. Наверное, главная поддержка – это эмоции детей, а да, это да, искренность, да, которую можно… Эмоции детей – это самое главное. Эмоции, улыбки их, радость выступления, как они… Смотреть на них, когда они выходят, когда им кричат «бис», это… Особенно, когда дети-колясочники выступают, это очень так тяжело смотреть, но не в том смысле тяжело, что… Эмоционально. Но мы когда приехали в Москву на фестиваль, там была комиссия, ну, большое жюри, они подошли и говорят, мы не верим, что это дети-инвалиды. Говорит, если бы мы бы не увидели, что их вывезли на колясках, говорит, мы бы никогда бы не поверили. Вот. И главное все-таки это возможность детям почувствовать себя полноправной частичкой общества. Я скажу, что то, что дети, надо, наверное, чтобы все люди с ограниченными возможностями чувствовали себя такими же, как и обычный человек. И нельзя ущемлять их в каких-то правах, нельзя ущемлять их. Хотя я скажу так, что, наверное, многие люди привыкли при Украине ничего не делать, а сидеть только на пособие. Ну, надо как-то стремиться и как-то работать, как-то что-то делать для того, чтобы тебя влиться в это общество. А кто входит в вашу команду? Воспитатели, преподаватели, психологи? Ой, у нас много, у нас и психологи,
Причем психологи самого высокого уровня, это врачи с психоневрологической больницы, которые работают, которые помогают. Это, ну, в театре это профессиональные режиссеры у нас работают добровольно, на композиторы наши, крымские композиторы пишут нам музыку тоже. Это все в рамках волонтерства, так сейчас модно говорить. У нас художники профессиональные, кукольники профессиональные, декораторы профессиональные. Все работают для того, чтобы как-то сделать детям сказку. Этим детям сказку. Хотя к нам вот сейчас «Снежная королева» была, пришла девочка абсолютно здоровая, говорит, можно я буду у вас заниматься? Ну, естественно, мы тоже не можем отказать ей. Они такие же дети. Наоборот, это лучше, когда вместе здоровые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются. То есть, опять-таки, это показывает детям с ограниченными возможностями, что они такие же, как все. Конечно. Но это не только показывает им, это еще показывает здоровым детям, что можно общаться и можно дружить. Потому что когда первый раз мы поговорили, вернее, первый раз привели здоровых детей, они боялись. Они боялись общаться, они боялись, они не знали, как себя вести. А сейчас они бегают вместе и прыгают. И как бы здоровые дети, с девочки у нас колясочники, они от них не отходят, они их оберегают, они рядом с ними. Так что... Главное преодолеть барьер, да? Да, вот самое сложное преодолеть барьер. Вот, я давно говорю, что да, должны быть инклюзивные школы, но все-таки, наверное, скорее надо детей с ограниченными возможностями здоровья определять в обычную школу, чтобы дети здоровые могли жить вместе с детьми с ограничениями. Ну, пока у нас это... так не сильно хотят внедрять. И уже у вас, конечно же, есть план работы на 2019 год. Вы уже сказали о годе театра, конечно же, и о постановках. Кроме этого, запланированы ли уже какие-либо масштабные мероприятия, какие-то благотворительные акции, возможно, фестивали? Ну, благотворительные акции у нас ежегодно мы проводим. Это ко Дню инвалида мы проводим акцию «Поможем детям» уже 5 лет подряд мы проводим. Также у нас, я же уже говорил, что запланировано проведение фестиваля театрального. Ну и также у нас запланированы показы спектаклей. Мы постоянно гастролируем, постоянно ездим. Гастролируем, вы сказали. То есть показы спектакля проходят не только в Симферополе? Нет, мы ездим, ну, по всему Крыму, по России. У нас, если бы не санкции, мы бы уже из-за границы бы выступали бы, потому что есть приглашения из Испании, из Италии. Ну, я же говорю, это уникальный театр. Никто до сих пор не может понять, как возможно таких детей привлечь, сделать из них так, чтобы никто не мог определить. Это сложно и физически, и психологически, конечно. Знаете, я скажу, когда дети приходят на занятия, они занимаются с такой отдачей, что, наверное, позавидовал любой взрослый актер. Дети, которым, когда начинали, мне врачи говорили, они не выучат и страницы текста. А они учат по 17, по 18 страниц текста. Причем учат это вот сегодня дал, они завтра приходят, уже зная его наизусть. И занимаются они по 2, по 3 часа в день. Причем, если это дети-колясочники, в основном все сидят в корсетах. И никогда не жалуются никому. Это потом родители там рассказывают, что приходишь, аж в корсетах кровяные потеки. Ребенок
не хочет уходить. Он стремится в театр, он стремится прийти назад, обратно. То есть ребенок чувствует ответственность, и главное, он чувствует, что в него верят, и тогда, мне кажется, он понимает, что у него все получится. Одна девочка у меня, Аня, она написала у себя на страничке: «Самый счастливый ребенок на свете». Когда я задал вопрос, говорю, в чем это заключается, она говорит: «В том, что я теперь в театре, я кому-то нужна». Вот. Видим, как немного, оказывается, нужно таким детям. Им много надо. Чувствовать свою нужность, конечно. Им надо почувствовать то, что они обычные дети, то, что их любят, то, что они могут делать то же самое, может быть, и не в полном объеме, но делать то же самое, что и делают обычные дети. Но я скажу, что обычные дети вот, абсолютно здоровые, не могут многого того, что могут сделать эти дети. Угу. И так сыграть, как они, ну, мало кто сможет. Они отдают душу, они вкладывают в это все. Советую, посмотрите спектакли, и вы просто сами поймете и увидите, что это и как. Спасибо, что пришли сегодня. Мы вам, конечно, желаем успехов. Спасибо. И спасибо за то, что вы делаете, потому что ваш труд, он действительно, мне кажется, неоценим, потому что главное – это искренние эмоции таких деток. И, конечно же, в завершении нашей беседы ваши пожелания телезрителям. Ну, я хочу пожелать всем добра, мирного неба, ну, а главное – здоровья. Много-много здоровья. Спасибо. Большое. Пришли, хорошего дня. Спасибо. Достар, бізім яйнымызы седе вам әтмекте. Бізім ебетекі қысымыз енді азыр келіңіз оны бер-айберлікте сейіретейік бізден айрылмаңыз.